А может на год... Слушай, я не знаю, не могу подсказать кузов. Наверное, что-то можно. Тинкер, ты иди пока, я подумаю. Удачи, спасибо. Она нам пригодится. На полгода можно точно. Угу. Кстати, это самый лучший момент подписаться на Твиче, потому что вы получите енотика, а как бы Твич не получит лишних денег. Куза, проверка прошла успешно. Спасибо за поддержку. Ты там с треком? Нет, тоже без трека, да? Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Спасибо. Мы с Кузой проверили, у нас работает все. Не знаю, что не так. Привет, испанец. То я попал, замедлил кальян, взял пивка, и ты шашки играешь. Локсел. Здорово. Да непонятно почему. Испанец? Ну да. Как это? Вот и помер дед Максим. Ну и хуй бы с ним. Блин, господа, можно? 3 секундочки прям. Сейчас вернусь. Короче, в пятницу вечером у енота в голове только одно: поссать и пожрать. Так вот. Поехали. Это домашняя минпицца. Я с телефона 9. Я понял, я понял. Спасибо. Аппетит очень приятный, потому что домашняя пиццинка. Мини-пиццинка. Короче, тут тунец, помидорки, сырок. Бля, белка очень хочет с нами. Так вопрос, нахрен она нам нужна? Телескоп, кстати, был. Долбоёб. Ну ладно. Здорово, Данил. Axe grows stronger.
Проголодался очень. Нет, это белка через богов, ну и нахрен. Можем вот так вот сделал, да? Мы же отбитые. Джаггер надо взять, Сэмку. Вообще надо левелапнуть. Не, белка с богами, мы вчера поиграли. Мне не понравилось. Да, будет больно. Отбитая кость. Ну, ладно, дай подумаю. Ой, такая изи игра на самом деле. Если падает. Неплохо расставился еще. Думаю, покритично. Отборное дерьмецо было. Ну, выиграли же сейчас. В смысле, нет, мы не победили. Мы, то есть, попали в плюс рейтинг, но не выиграли. Знаете, что такое отборное дерьмецо? Это вот это. Да ёбушки-воробушки. Да ладно, Крейзи Бобти, у тебя 5 тангусов и в пуле мультикаста, кстати, нету. А, тогда 5 тангусов, дерьмо. Руфс чем-то там что-то напрухал на Пуджа. Вообще мне не очень нравится мой план, но сейчас посмотрим. Плюс рейтинг от первой 4, но если одинаковые ранги, то да. Я не помню, мы третье или четвертое место заняли на богах с белкой и, короче, бистмастером. Там дичь была лютая. Ну, белка точно идет нахуй. Сейчас, подумаю. Ну, тут достаточно, чтобы задеваться. А Крейзи Боб, видимо, нашу вчерашнюю, да, смотрел сборку? Пожелай мне удачи, пожелай
На сапога. Да, топ-4 вчера занял. Ну вот, что-то такое, я помню уже. И стрик сбиваем, все, купилось. Ну, непонятно пока. Что-то там жирно, да? Сбиваем. Изи. Пожелай мне удачи. Вообще это отпустить. Enchanted, I'm sure. The veiled sister. Enchanted, I'm sure. For the right price, anything. Долбоёб. Блять, морфа надо было продать. Ой, долбоёб. Что-то никто не напомнит, что да, у нас этот Void. Вонючий. Он застриг, жалко. Что у нас сыны. Это сыны. Time for target practice. I'll just sharpen my spear and I'm... One way follows another. Beatty and Mortimer. А чё я так парюсь и сливаю экономику, когда там все сидят, бабки собирают? Кто-нибудь мне может объяснить? Ой, видимо, заняться стримеру нечем. Вот занимается ерундой. Сори, Морф. Да, так, наверное, надо брать. Такой план говно, но мы его придерживаемся. Time to shove off. Trees are not so good with motion. Там, по-моему, дерево, да, не лезет все равно.
Нет, да вопрос не в эльфах. Хотя почему не в эльфах? Оно мне не дает никаких апов сейчас. Типа Вангард этот говно. Мультикаст. Этот телескопер, да? Жирно тут все равно. Бабка стрелу получает. ГГ. Верка говно там заюзал. Так выгоднее. Это что такое? Блять, чувак сейчас побеждает. Фурёнчик, что-нибудь там придумай. Телескоп разгибали. Я не выйду. Пару роллов нажать. Ну, удачи. СК продать? Нет. Не готов СК продавать. Больше интересует Джекич победить, чем самому выиграть, да? Вот шестимаг вонючий. Сейчас районы играют вообще. Районы? Около года выиграли. Не понял ни слова. Найты. А, теперь понял.
Надо подумать. Вот эти хорошо пробили, бабку пробьем. Хорошо. Доброго времени суток, здорово, Let Me Free. Ну, норм Синрипер, только один задефл, плюс стрик небольшой, но приятный. Да, Синрипер нормальный. Нихера себе там денег. Это что, Войд на тройках будет? Орк. Орк. Ладно. Корона, по-моему, хорошо. Time for target practice. Here's pus in your eye. Mother of all evil. Такой вопрос хочу задать. Почему кот мой мурлычет, твой так же? Сложный вопрос. Нет у меня на него ответа. Ты чё, мурасти не хочешь? Ну дай чё-нибудь апнуть. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Эй, хрен с тобой. Дума зря скипнул. Денег много зря потратил. Гира зря скипнул. Восемь. Раз. Пять. На самом деле надо что-то апнуть обязательно. Да вы гоните. Ничего вообще не дали. Давай так. Enchanted, I'm sure. Ах ты, сучонок. Thank you.
Ебать тут маги посыпались. В 9-м левеле, да высрал. Джакира Т2, Зевс. Понимаю. No. There's a price on all their heads. Даже в туалет не могу сходить, проситься выйти. А тут... Ошибка, да, опять же. На... Да, действительно. Ну это пиздец про ханы. Здесь Джакира в 8-м. Здесь Джакир Т2. Куза, ну ты прухан. Бабки. Да я понимаю, что яйца, но... Это же он его в 8-м наролил, собрал с яйца и... Получается прухан. Два лишних слота и поставить нечего. Им хоть что-то бы наролить. Герой же раскип не зря. Ну как бы он хороший юнит, но по деньгам не проходит. При всем уважении Герокоптычу, да? А может что-нибудь, ну, хоть что-нибудь нормальное закрыть? Ой, коняшки завтра будут? Да, обязательно. Но я тут на топ-1 не играю. Никак, да. Я не знаю, когда я не могу найти никаких четверок нормальных. Магия аюв. Хуюв. Если бы только магия. Соскучился по коняшкам. Oh, so sweet. Японский бог. Куза, хватит. Еще и, блядь, шлем этот ебаный куда-то засунул.
Медведя взял, украл. Вы это видели? Что делать? Куча тлани. Здорово, доктор Смитик. И что делать, вопрос? Отлетать сейчас, чтобы потихо грузить? Я против. Ну куда он крадет сумона? Всем ку первый раз на стриме застал. Так, смотрю на ютубе. Здорово. Второй раз призвал? Нет? Стоишь, куришь? Плохо. Я сейчас буду мстить. Я уже не успеваю, поэтому так. Так. Блять, не отлететь бы сейчас. Battlefield is merely a canvas.
waiting for my brush. In green, on my way. King. Ever more venomous. Я сейчас с магом проигрываю. Салат причем. Здесь еще могу выиграть. А, нет, не могу. Или могу. Блять, хантер, мага и это хуета. И чё делать? Маг хуёвый забивать на мага. Забирать на мага, походу. ГГ. Ой. Ну тут можно было сыграть лучше. А если бы против меня остались эти маги, с магами я бы справился. Я бы опять шестенак поставил и разъебал бы этих магов. Но так как против меня остается Хантер, маг и Найт, я не могу себе...